домой, 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 домой. Ирина Анатольевна, ну отпустите нас домой, пожалуйста. Последний урок. Ну что, вам жалко? Нет, девочки, домой я вас не отпущу. Но могу кое-что предложить. Что именно? Вместо урока мы будем смотреть видео. Какие видео? Наши, девочки, наши старые видео. А в чем прикол? А прикол в том, Машенька, что мы будем их не просто смотреть, а будем угадывать, что было дальше. Как вы помните, мы уже это делали. И, как мне показалось, вам очень понравилось. И, или я не права? Правы, понравилось. Ну вот, тогда не будем тянуть время и сразу же приступаем. Готовы? Да! Итак, девочки, за каждую вашу версию, максимально приближенную к сюжету, вы получаете балл. Выиграет та, которая наберет наибольшее количество баллов. Приступаем! Что ж, начинаем. Включаем, смотрим и угадываем. Первое видео. Кирилл хочет сделать Маше сюрприз. Сюрприз? Ничего себе. А какой? Я написал для Маши песню. Вау. Песню? Такой маленький. Ваши версии? Что было дальше? Это так трудно. Что Кирилл дальше стал делать? Он... Может, он типа пошел и начал играть? Ну, может, начал рассказывать, о чем песня? Нет, мне кажется, он там чуть-чуть подрастроился, что вы были в нем не уверены, а потом вам спел песню. Или он сказал нам «присаживайтесь» и начал нам петь песню? Наверное. Не знаю, я при своем варианте хочу остаться. Какой? Давай подытожим. Ну, о том, что он расскажет, о чем песня. О чем песня? Мне кажется, что он сначала расстроится, а потом пойдет и споет. Что он пойдет и сыграет эту песню. Сразу же пойдет и сыграет эту песню, да? Да. Ну что, смотрим? Да, давайте. Правильный ответ? Кирилл, ты как скажешь? Твои шутки. Ладно. Ну да, у нас Маша была максимально. Сейчас, подождите, она еще не закончилась. Она закончилась. Ну, я считаю, что самая... Близкая. Да, близкая версия была у Маши, да? Да, да, согласна. Я тоже согласна. Так что Маша у нас получает балл. Продолжаем. Так. Второе видео. О, это еще наш старый класс. Я такая маленькая. Ой, я, кажется, поняла, о чем. Я даже помню это видео. Не грусти, но... Маша так плачет. Так, что-то она сейчас начнет делать. Маша, ты помнишь? Ну, примерно, да. Я так понимаю, наверное, нужно будет угадать, что Маша... Можно я первая буду? Ну, давай, Маша, послушаем. По-моему, я написала на доске «Кирилл, Соня, Ксюша, я вас люблю». Угу. Это когда, наверное, было прощание, да? Это да, это было прощание. Мне тоже кажется, что с прощанием что-то связано. Соня, Ксюша, я вас люблю, прощайте. Ну, то же самое. Кирилл, Ксюша, Соня, прощайте. Твоя версия? Я ну, просто, тоже. Я без прощайте. Просто, я вас люблю. Мне кажется, тоже прощание, по-моему, это серия, которая... Там, где она когда Маша уезжала. Да, что она написала на доске? Ну, попрощальное сообщение. Какое? Я не знаю. Понятно, у тебя версии нет. Смотрим? Да. Готовы? Да. Значит, у тебя прощайте, у тебя я вас люблю, да? Да. Давайте, мне аж интересно. А, я люблю!
Маша вырывается вперед. Соня, Ксюша, соберитесь! Видео номер 3. Смотрим. Что тут вообще происходит? Голос поменялся. Это для тебя. Хорошие, такие маленькие. Это мило. Кстати, это тоже тебе. Спасибо. Какие вы хорошенькие. Кирилл, ну что мне с тобой делать? Ого. Ого. А кого какие версии? Это очень трудно. Ну, может, он скажет встречаться? Ну, что мне с тобой делать? Встречаться? Я не знаю, ты... У меня нет предположений. Ксюша? Ну, что мне с тобой делать? Спасибо тебе! Сюрприз! Ну, я не знаю. Смотрим? Да, давайте. Давайте. Ни у кого никаких версий нет, аж само интересно. Любить. Просто любить! Так, ну что, я так понимаю, никто бал не зарабатывает. Ну как у меня приближенное самое было, типа встречаться. Встречаться? Засчитаем Соне бал? Да. Хорошо, давайте. Соня зарабатывает свой первый балл. Идем дальше. Так, не расстраивайся. Четвертое видео. Она не хочет разговаривать. Разве это вам непонятно? Слышь, ты что за нее отвечаешь? Хочу и отвечаю. С какой радостью? Потому что... Ой, я просто знаю. Давай, Соня, давай. Получается, была серия, по-моему, там, где они делали вид или что-то, что встречались. Ну, короче, он скажет, потому что она моя девушка. Да, потому что я люблю ее. Мне кажется, он скажет, потому что она моя девушка. Ну, у вас два одинаковых версии. Ну, может, хорошо, если что. А твоя версия? Потому что я ее люблю. Хорошо, значит, твоя моя ну, девушка. Ну, просто все одинаковые. Хорошо. Было бы. Ой, да, хотела уже сказать правильный ответ. Смотрим же ж. Правильный ответ. Я ее парень. Ладно. Ну что, почти. Ксюш, ты согласна со мной, что девочки были более приближены, да? Давайте. Не расстраивайся. Так, у Маши 3 балла, у Сони 2 балла. Ксюша, давай! Подтягивайся уже, девочка! Готовы смотреть дальше? Да. Поехали. Достаточно, Ирина Анатольевна! Не хочешь с нами дружить? Не надо! Переживем как-то. Давайте, удачи. Это Маша, пацаны. Да. Зря ты, Маша. Зря. Зря ты, Маша, зря. С друзьями так не поступают. Мораль. От Ирины Анатольевны. Расстроилась. Ирина Анатольевна. Да, Машенька. Ой, я вспомнила. Давай. По-моему, там что-то Ирина Анатольевна, она по-моему, должна была попросить прощения, но что-то она наоборот сказала, по-моему, типа, как-то послала, может, я не знаю. Маша, твоя версия? Не знаю. Версии нет, Ксюша. Ирина Анатольевна, может быть, подскажите, что мне делать? Ты считаешь, что она попросила совета, ну, возможно. А ты то, что она послала. Да. Я поняла. Смотрим правильный ответ. Пакеты свои заберите. Не хватало, чтобы вы еще сюда завтра пришли. Да, Сонечка, умничка. Так, Сонечка, 1 балл. Итого, Соня сравняла счет с Машей, но впереди у нас еще очень много видео, поэтому все может измениться. Так, следующее видео. О, опять твоя Ляля звонит. Алло? Нет, стой! И что снова нужно нашей балерине?
Что так смутило Машу? Почему она сказала «ой»? Мне кажется, что я думала, что позвонила вот эта девочка, а на самом деле это, кажется, другой человек. Кто? Даже трудно. Мне кажется, Елена Юрьевна. Мне кажется, что похоже, типа то, что он притворялся, что это какая-то Ляля, честно, не очень помню, о чем там, и это, допустим, была какая-то сестра, родственник. Почему, Маша сказала «ой»? Потому что это была не она, не Ляля это. А какой, не помните? Елена Юрьевна, я думаю. Хорошо, твоя версия, Елена Юрьевна, твоя? У меня вроде бы была серия какая-то там, где, может быть, сестра. Хорошо, смотрим правильный ответ. Да. Давайте. Елена Юрьевна? Ого. Да, Соня, ты молодец. Спасибо. Итого, Соня у нас вырывается вперед. Погнали дальше. Следующее видео. Мне кажется... Так, все, другого шанса такого не будет. Я не знаю. Можно, можно? Давай. У меня есть предположение, он полез ко мне целоваться, я обращу на это внимание и дам Кириллу пощечину. У тебя тоже версия, что даст пощечину? Да. А твоя? Я не знаю. У тебя версии нет? Нет, ну, может, он проснется. Я там, по-моему, вот так вот отклоняюсь, а потом такая, Кирилл, ты чего? И вроде пощечину. Ну, у меня что-то... Давайте смотрим, правильный ответ у кого? Ребят, ну вы взорвали? Могли бы вообще-то и помочь. Мы там весь коридор помыли. Без коридора. Ну что, ребят? Ну, никто. Увы, никто не угадал. Подведем итоги. У Маши 3 балла, у Сони 4 балла, у Ксюши, к сожалению, пока что ни одного балла. Смотрим дальше. Интересненько. Следующее видео. О, смотрите, кто идет. Ой, это прокурочка моя любимая. Я смотрю, Анакондовна без школы, ну никак не может. Чего она сюда летом ходит? Добрый день, ребята. А вы что здесь делаете? Что, по школе соскучились? Или по мне? У кого какие версии? Кирилл, конечно же, наверное, ответит, что... Не потому, не по-другому. Не, может быть, они как-то ответят, а на чего предположить, типа, что? Нет, по вам. По вам? Не по... Я не по-другому, типа, то, что сначала как-то что-то друг другу скажут, потом они, наверное, спросят, типа, что вы сказали? Она такая, по вам. Ваша версия, Маша? Ну, мне кажется, ответит по вам, соскучились. Смотрим? Я вообще не помню. Ни то, ни другое, Ирина. Мы Машу ждем. Ну, Соня, ну ты жжешь. У нас вырисовывается явный лидер. Маша, Ксюша, поднажмите. Ирина Анатольевна, так мы же не готовились. Машенька, успокойся. Это обычный урок, как и всегда. Только одно отличие, что сзади будут сидеть гости. Какие гости? Какие гости? Я не помню. Нет, не знаю. Люди с образованием, с министерства образования. Я не знаю, возможно, так. Свыше, типа, высшие люди. Люди свыше, да? Люди с Министерства образования. Маша, твоя версия. Я не помню. Нет версии? Может, там директор, учителя? Версии нет. Смотрим. Мне кажется, сейчас опять Соня будет права. А что вы? Из будущего. Ирина Анатольевна, так... Ну что, может, из будущего, да? Ни у кого нет балла. Ни у кого нет балла. Минуточку. Так. А что, собственно, я сюда пришла? Никто ж не угадал.
девочки, это все так на меня видео влияет. Погнали дальше. Интересно, Соня, а ты мерила температуру? Не успела. Не успела, но чувствую, что есть. Ой, по-любому. Кирюш, а ты знаешь, какая у тебя температура? Ой, ваши версии? По-моему, давай. Он что-то сказал, там что-то то ли 44, ну не знаю, больше, чем 42. Ну, мне тоже кажется, что будет сильно высокая температура, там типа 40, что ты скажешь. Да, и типа определенно туда заденешься, там начнем что-то бегать. Нет, нам нужно, что ответил Кирилл. Твоя версия? 45. Хорошо, 45, 44. 42? Ну, нет, она сказала нет, 44. Я имела в виду, 44? Том, что больше, чем ну, там, норма будет. 40 что-то такое. 40 что-то такое. Смотрим правильный ответ? Да. Больше 42 градусов. Прям зашкаливает. Ого, неожиданно. Но я подозревал, что все так плохо. Ну что? Кто, блин, я сказала, что больше, чем 42. Ну, как бы... Ну, давайте Соня. Соня балл зарабатывает, да. Правильно ж? Да. Давайте. Сонечка. Ой, я смотрю, что у меня скоро не будет места на доске ставить тебе баллы. Но все по-честному, все справедливо. Умница. Так. Готовы? Да. Погнали. Поэтому специально для вас мы подготовили стих. Кирилл такой смешной. Ой. Ирина Анатольевна. Вы наша любимая учительница. В смысле, называют анакондовной? Но мы-то знаем, что вы совсем не такая. Да, вы бываете злой почти постоянно. Но все равно, мы вас любим несказанно. Несказанно. А я помню. Вот это у меня выражение лица. Интересно, что я ответила? Я думала, вы скажете, что это очень мило. Очень мило. Спасибо, ребята. Мне кажется, она скажет, типа, это что такое? Вы меня, типа, обозвали злой какой-то анакондовной. Вы помните, о чем, да, была версия, серия? По-моему, про день рождения. Про день рождения, как будто у меня день рождения, вы мне придумывали подарки, да? Ксюша тогда еще мне подарила пуговицу, да? Правильно же, это же эта серия? По-моему, да. Так, еще раз подытожим. Маша, какая твоя версия? Что ты сказала? Мне кажется, что вы скажете, что это мило, но у вас не день рождения. Спасибо, ребята, с таким как бы... Я чего? Ну, типа, за что, что это такое, я не знаю, что ли. Смотрим. Да. Спасибо, Кирилл. До слез прям. Спасибо, Кирилл. До слез прям. Ну, никто, блин. Мне кажется, никто. Думаете? Я, по-твоему, никто? Я думаю, что Соня. Ваша версия. Потому что она сказала спасибо. Я сказала, да, ну, да, с сомнением таким спасибо, ребята. Спасибо, но там было. Там Кирилл как ну, бы. Ну, давайте. Ну, ладно. Сонечка, ну, у тебя шикарнейшая память. 1 балл. Прости, прости, прости. Ой, прости. Дайте доберусь. Следующее видео. Ему Соня понравилась. Тимофей грустный. Что? Хотя он прекрасно знал, что Соня нравится мне. Блин, с меня хватит. Не нравится она мне! Я это сказала специально! Понял? Какая? А все из-за того? А все из-за того? Может быть, потому что он хотел разозлить Машу, типа, да, чтобы она ревновала. Ревновала. Привлечь внимание Маши. Да, возможно такое. Или же... Ну, все из-за того, может, Маша не обращала на него внимания. Ну, да, поэтому все он хотел... Все из-за того, что ну, на позлить. Так, все... позлить, ревность. Привлечь внимание. Ну, привлечь это... внимание. Да, наверное. Ну, да? Сложно. По-моему, это все одно и то же. Смотрим? Смотреть, да. Давайте. Что я увидел фотку Маши с другим парнем! Ревность! Ревность, ну, да. Ревность! Да. Ревность! Итак, кто у нас сказал ревность? Я! Ксюша! Наконец-то! Я поздравляю тебя, Ксюша! Твой первый заработанный балл!
Мы по-любому тебя найдем, Соня. Это когда Соня... Ой, я знаю, да, я знаю, что... Они сейчас... Еще помните, какой сильный дождь был? Да. Я так намокла. Соня? Соня? А Соня, наверное, скажет Кирилл. Нет, мне кажется, она типа... Так, Кирилл, ты... Мне кажется, она типа такая, ну, типа как-то скроется и убежит. Ага, убежит. Да. Мне тоже кажется, как у Ксюши, потому что, типа, я там могла, ну, Соня, я могла что-то там, типа, еще побежала, и тогда, а тогда ты потеряла этот шлепок, ну, да. Да, 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 но это до этого было, да. Смотрим? Да, да, давайте. А подождите, подытожим. У Сони с Ксюшей одинаковая версия. Соня, я знаю, что это ты, мне кажется. Ну, вот как-то так. Или мы побежим за Соней. Что Соня ответит в итоге, девочки? Она ничего не ответит, она убежит. Есть, погнали. Соня. Правильная версия. Нет, 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 молодой человек, вы меня с кем-то путаете. Никакой Сони я не знаю. Ну что, Маша, ты со мной согласишься, что девочки заработали по одному баллу? Да. Да? Ставим. Целый балл. Девочки, конечно, с натяжкой, с большой натяжкой ставлю вам по одному баллу. Так, следующее видео. Не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Доставайте все со своих рюкзаков. Помните эту серию? А документы у вас имеются, гражданин начальник? А я даже помню. Ой, это, по-моему, она сказала, что она в каком-то сериале видела. Да, типа какой-то, это я детектива пересмотрела. Детектива пересмотрела, ты в сериале смотрела? Да. Маша? А там нужно узнать, что Ирина Анатольевна сказала? Нет, что Ксюша ответила. Да. Ну, я тоже придерживаюсь такого мнения. Ну, типа то, что, пустите, я там детектива пересмотрела. Что она пересмотрела детектива? Ну, я имела в виду сериал, там, где детективы, блин. Ксюша? Ну, смотрим. Да, правильный ответ. Извините, это я фильм услышала. Всегда хотела сказать, но повода не было. Ну, не хотите пах? Ну? Ну, мне кажется, мы кто из вас все был? Мы все. Сейчас, секундочку. Сериал, детективы. Фильм, там был фильм. Ну, девочки, поступим следующим образом. Зарабатывает каждая по одному баллу. Маша, Соня, Ксюша. Смотрим. Сами мы точно не справимся. Нужно ехать к вашей колдуне. Пусть снимает заклятие. И право, что это мы сидим? Поехали. Сейчас, одну минуточку, я вещи возьму. Интересно. Я вообще не понимаю, о чем речь. О, Господи! Ирина Анатольевна, а я помню, что я с помню, вами? Давай дадим слово Ксюше. Давайте. Либо у нее появилась лысина... Нет, скорее всего, у нее уши большие были. Уши большие и лысина. А у тебя? Мне тоже кажется, что вот повернулась Елена уши? Юрьевна и... Уши. А у тебя? Уши, да? Уши. Да, да. Волшебное зеркало. Ой, у меня есть своя версия, но не буду ее озвучивать. Нет, скажите, да? А мне кажется, там у Ирины Анатольевны голова немножечко другая была. Лысая? Смотрим. Я лошадь. Смотрим. Голова. Смотрим. Лошадь. Смотрим. Точно. Участвовала бы я, получила бы я балл. Да. Ну что? Можем отдельно написать, Ирина Анатольевна. Девочки, я вас услышала. Девочки, я тут подумала. В самый последний момент Маша сказала голова лошади. Но после моей подсказки. Поэтому, я думаю, будет справедливо поставить ей один балл. Но он уже ни на что не повлияет. Почему? Потому что это было последнее видео. Так мы только разогрелись. Интересно было. Я думала, еще будет видео. Да. Ирина Анатольевна. К сожалению. Но есть радостный момент. Соня у нас сегодня победитель! Ура! Привет, спасибо! Ребята, подписывайтесь на канал.
поддерживайте это видео лайками и не забывайте про колокольчик. Давайте, если это видео наберет 60 тысяч лайков, то мы снимем следующую часть. Мы вас любим и всем пока! Пока! Пока.